Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как вырастить лимон в чашке дома. Первый шаг – собери семечки и замочи их в воде. Лучше всего прорастают крупные семечки. Не забудь предварительно очистить их от внешней оболочки. Оставь семена в воде на 6-7 дней, ежедневно меняя воду. Несколько камней помести на дно чашки, чтобы создать дренаж. Заполни чашку влажной почвой. Сажай семечки в землю заостренным концом вниз. Следи, чтобы между семенами оставалось достаточно свободного пространства, примерно 5 мм. Покрой семена крупным песком или камешками. Обязательно распыляй на них воду каждые 2-3 дня. На этом этапе семенам необходима достаточная влажность, чтобы прорасти. Для создания парникового эффекта, который будет способствовать интенсивному прорастанию семян, заверни чашку в фольгу или полиэтилен. Уже через неделю появятся первые ростки. Самые лучшие крепкие ростки рекомендуется через 3-5 месяцев пересадить в горшки побольше. Лимон любит влажность и не слишком требователен к свету. Весной лимон обязательно нужно подрезать, это будет стимулировать рост и цветение. Осенью возможно опадание листьев, в этом нет ничего страшного. Если ты хочешь, чтобы твое лимонное деревце плодоносило, его обязательно нужно привить. В противном случае лимон останется простым декоративным растением с прекрасными цветами и характерным терпким запахом, но это тоже неплохо. Весной и летом, когда тепло, есть возможность выносить растение на свежий воздух, это принесет ему огромную пользу. Если такой возможности нет, просто обеспечь достаточный доступ свежего воздуха в помещении, где растет маленький лимон. Этот способ подходит и для выращивания грейпфрута. Оазис зелени дома хочет иметь каждый, а еще приятнее, если растения посажены собственноручно. Собирай лимонные семечки и приступай к посадке изысканного цитрусового растения. Лимоны окажутся весьма неприхотливы. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.